Публичное обсуждение первых проектов состоится уже в ближайшее время. Они будут касаться рекреационных зон Белгорода. А начнут с Архиерейской рощи. Пока весьма запущенной, но перспективной территории для отдыха горожан. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Гладкова с мэром Белгорода Юрием Голдуном. По итогам совместных рабочих поездок по областному центру обсуждали детали и выстраивали план действий. В том числе и по отработке конкретных пожеланий жителей по созданию новых зон отдыха. В проекте 33 спортивных и 69 игровых площадок. Ориентировочная стоимость 233 миллиона. Сроки строительства до конца августа. Еще одно направление для приложения усилий – 1600 гектаров неухоженных лесопарковых зон в Белгороде, таких как, например, Архиерейская роща. Юрий Голдун попросил главу региона о содействии благоустройстве этих пространств для отдыха горожан и поддержать создание городского лесхоза для их обслуживания. Мы сможем подготовить проект, который вынесем на общественное обсуждение по развитию этого пространства в этом году и начать там уже работать. Архиерейский, да, я готов буду через... Он готов, у меня есть, он давнишний. То есть, в принципе, эти два проекта создания муниципального лесхоза и Архиерейской рощи... И как следствие из него выйдет прекрасная Архиерейская роща. Еще на одном объекте мы с вами были, на диораме. И, то есть, мы с вами договорились, понимаем все, насколько диорама значима для каждого белгородца, для каждого жителя Белгородской области. Хотелось бы, конечно, чтобы после реконструкции мы смогли привлечь еще большее количество детей, да, чтобы там экспозиция, медиа, какие-то другие активности позволили бы нам привлечь детское внимание. Вот я хотел попросить вас довести вот эти предложения до конца и сформировать усиление этого проекта. Потому что если мы просто отремонтируем, покрасим стены, заменим проводку, повесим пару экранов, мне кажется, этого мало. Поэтому я буду ждать. Я поручил то же самое по возможности посмотреть архитектуре, но куратором остаетесь вы этого объекта. Поэтому просьба, Юрий Владимирович, тогда спасибо вот эта работа за доверие. Мне очень важен этот объект для города, это действительно его лицо, это очень значимый объект. И мне очень приятно, что я от вас услышал то, что вы хотите сделать этот объект лучшим в России. И мы постараемся, приложим все усилия. И сегодня уже разъехались люди и связались со студиями, с бюро мирового уровня. То есть мы уже имеем связь с Лувром, с Прадо. Мы уже поехали в Тулу и уже были, и уже они нам оттуда сбросили свои разработки вот по тому, как вы рекомендовали посетить музей станка, ткацкого станка. То есть вот на такой уровень мы вышли. Мы найдем те методы, так преподнести эту часть истории нашего города, что дети захотят это знать. Согласен. Спасибо. Да, если мы с вами месяца через три после открытия придем вечером в субботу или воскресенье и увидим там очередь на входе... Это будет только да, это будет показатель. Вот, это будет показатель. Согласен. Когда мы увидим очередь родителей детей, тогда, значит, мы сделали все хорошо.